Сегодня в ежедневном чтении Библии мы читаем с вами послание к Галатам, 4 главу. Если мы вспомним, то причиной написания этого послания было то, что в церкви в Галатах появились лжеучителя, которые пытались увести людей от истинного Евангелия. И вот когда мы читаем 4 главу, мы видим, что апостол Павел много уделяет внимания тому, кто мы и кем мы являемся во Христе, когда мы пришли к нашему Богу. Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами обратили внимание на 7 стих. 4 глава, 7 стих Галатам. «Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что апостол Павел говорит о том, что мы являемся детьми Божьими, что мы уже не рабы. И это важно каждому из нас понять и принять в своей жизни. Потому что это та радостная весть, которая помогает нам осознать ту ценность, которую сделал для нас Христос. И второе, мы видим, что раз мы дети Его, мы являемся наследниками. Наследниками того, что Бог для нас приготовил. Это дает нам радость в каждом дне и осознание того, что именно Иисус заплатил цену. Я не могу ничего сделать для того, чтобы добавить к этому. То есть Иисус заплатил цену, и сейчас я являюсь Его сыном и являюсь наследником того всего, что Он приготовил для меня. Поэтому читаем Библию вместе каждый день.